В этом обзоре мы рассмотрим альковный автодом на 6 человек X-серии от Лайки 710 на базе Fiat Ducato. Его длина составляет 7198 мм, ширина 2300 мм, высота 3240 мм, максимальный вес 3500 кг. Автодом оснащен турбированным дизельным двигателем объемом 2,3 литра, мощностью 130 лошадиных сил, работающий на пару с ручной коробкой передач. Со стороны водителя находятся две горловины баков под замком объемом по 100 литров для пресной воды, а также отделение для хранения двух газовых баллонов объемом по 25 литров. Большая дверь багажное отделение. В багажном отделении находится картридж для туалета, содержимое которого можно слить любую канализацию. А также в багажнике находится бойлер для нагрева воды компании Druma. Он изготовлен из цельного пластика, что позволяет использовать воду в уборке, имеющей сливное отверстие. Со стороны пассажира находится розетка для подключения к внешней сети, вентиляция холодильника и дверь. Дверь со встроенным мусорником, а также москитный сет. Кухня оснащена 4-комфорочной газовой плитой с духовкой, вытяжкой, раковиной из нержавеющей стали и полками для хранения посуды и продуктов. Холодильник Dometic объемом 80 литров, работающий на газу и электричестве. В задней части автодома находится раздельный санузел, душ, туалет. Спальное место рассчитано на две персоны и дверь в багажный отдел. Сохранить тепло внутри, спальное место, находящееся над водителем. Водительское и пассажирское кресло разворачиваются внутрь салона. Стол двигается в четырех направлениях, а также трансформируется в спальное место. Управление автодомом находится над дверью. С помощью него можно включить отопление, свет внутри дома, свет снаружи, насос для воды, также проверить остаток воды в баках, заряд аккумулятора и время.